3 сентября по всей России проходят акции в честь Дня солидарности по борьбе с терроризмом. Дату стали отмечать после трагических событий, когда в городе Беслане во время торжественной линейки школы номер 1 произошел захват заложников. В Магадане в память об этом прошла акция «Нет террору». Преступное безумие не ищет открытой борьбы с воинами, солдатами. Оно выбирает беззащитных людей, которые едут на работу, живут в своих домах, в школах, в больницах, в театрах. В целях запугать наше общество, подвергнуть его страху, повергнуть в хаос. Поэтому задача нашего государства – победить терроризм сегодня. В этот день в школах проходят классные часы, уроки памяти и минуты молчания. Учитель истории школы номер 29 Марина Трушникова считает, что в таких вопросах нужно выражать свое мнение как можно более активно. Поэтому сегодня она пришла с учениками. Сострадание, милосердие мы должны воспитывать в наших детях с молодых ногтей. И, конечно же, помнить о тех, кто безвинно погиб и пострадал, мы должны. Вот в этом году мы решили немножечко отойти от просто классных часов, от митингов. Мы решили принять участие в акции белых шаров и запустить в небо эти белые шары, чтобы действительно память об этих невинных душах, она была в людской памяти. Все пришедшие выразить свою скорбь возложили цветы у памятника. День солидарности по борьбе с терроризмом в России отмечают уже 14 лет.